Доброе утро, ребят! Сегодня 4 сентября, мой первый учебный день. Это будет влог про первый учебный день на третьем курсе. Я не знаю, что будет сегодня интересно, но как минимум будет интересная встреча с подругами, потому что мы ее запланировали еще чуть ли не месяц назад. Вот. А больше из интересного сегодня, наверное, ничего и не будет. Ну, я покажу учебу, не покажу, в общем, не знаю, пока что ничего не понятно. У меня в доме очень-очень, в квартире все некрасиво в данный момент, потому что я вчера только вернулась в Воронеж. 3 сентября, да, день, когда горят костры рябин. У меня голос сел, я не знаю почему, может, потому что я спала с открытым окном и балконом. Вот, в общем, у меня не очень все еще убрано, потому что я вчера начала раскладывать вещи. Я вчера была в ужасном самочувствии, я заболела немного вчера-позавчера, вот, и, соответственно, я ничего здесь не убирала толком, так, разложила хоть чуть-чуть, и все, и хватит. Сейчас мне нужно повесить белье, потому что я его поставила стирать, как просыпалась там один раз, вот, и потом будем принимать душ, мыть голову, всякие такие делишки делать. Что, все как всегда, я уже опаздываю, я собралась. Пакетики это для моей Алены нужно передать ей там штучки кое-какие. Вот, и все. Собралась на учебу. Хочу вызвать такси, но походу не вызову. Пойду на автобусе и опоздаю. Все как всегда. Куда ты мужчину своего дела, своего спутника? Мужчина. Ты шла со спутником. Знаете, который здесь просто? Он должен был так. Вполне не лайв. Ламс. Да ё-моё, зачем мне ещё один груз? Или хотите поставить? Так придержи, пожалуйста. А, всё получилось. Просто вкусно. Угу. Сейчас я попробую. Вкусный фильм. Ну, такой футболетки. Чё, вкусно? Оно тёплое внутри, попробовать, это очень вкусно. О, я прям чувствую. Да. Это накалывает ты уже. Да, орешек хочу. Бери. Можешь отсыпать. Мороженое больше. Крыса, не трешь меня? Иди еще. И моей подруге, пожалуйста. Только я вам уже своей вилкой несу. С днем рождения тебя. Хоть и с прошедшим, но с днем рождения. Какая?
замыленным. Жру. Это для сигарет. Каких сигарет? Это ты положишь так себе. Вот так вот ты его положишь. Короче, колечки складывать, вся бижутерия. Да, там душ идешь, была женецкий, но со вкусом малины. Да, это я выбирала. Розовый. Да, да. О, клевый штуковина. Что это хоть? Я даже не видела в глаза. Ты рада? Что нужно сказать? Спасибо, девочка. Молодец. Тетя, спасибо. Добрым тетя. А ты не проверяла? Здесь есть дозаторы, да? А, все, положу. Купишь. Подарили Кристине подарки. Она очень обрадовалась. Вот нас угостили тортиком, и теперь мы идем в подружку закупаться. А, блин, я хотела... Смотрите, какую мне подарили красоту. Это магнитик с такими заметочками. Можно на холодильник повесить. Видите, какая красота. Собственно говоря, мы это сейчас и сделаем. Интим сдвигаем, а это сюда прикрепляем. Да, мой холодильник не блещет на магниты, но тем не менее. Этот здесь висит, потому что он придерживает фотографию, и все. Ну что, девчонки, мальчишки, видно, конечно, плохо. Я сейчас еще вот это уберу. А, я на балконе, освещения здесь, конечно, нет, но... Да закрывайся ты. Но хочу вам поведать про этот первый учебный день. Да, в такой обстановочке не очень, на балкончике, но лучше поздно, чем никогда, я считаю. Ну что, учебный день прошел, он позади, я безумно рада. По нему очень сложно что-то судить, потому что первый... Да я тут прикреплю расписание, я его не помню. Первая была лекция, у нас был не тот преподаватель, который у нас вообще должен вести. То есть там вот, увидите, написано, по-моему, Кравченко, у нас какой-то другой был, я даже фамилию не запомнила. По-моему, Алексей Леонидович какой-то был, даже не запомнила. Вторая была физра, пришли, мило побеседовали с нашим учителем, преподавателем и разошлись. Ждать следующую пару, а это был... Пипец какой-то, честное слово. Это был очень лютый момент, потому что нужно было ждать почти час, даже больше надо было ждать, 1:20 мы где-то ждали. Это был пипец какой-то. Ну, благо я с подругой встретилась с любимой Яной, наконец-то мы поболтали, мы потусили, пообщались, в общем, все хорошо, все прекрасно. Вот. Да, бывают такие моменты в жизни. Сейчас я уже дома. А про последнюю пару. Последняя пара еще была у нас практика по предмету, у которого даже еще лекция не было. Вообще ничего не понятно. Я такая, что это, о чем они? Ладно, это просто первый день, ему просто нужно пережить. Я болела позавчера сутки, и сегодня болезнь дает о себе знать. Я была вообще никакая. Я даже хотела не ехать в вуз, но съездила, я молодец, да. Что еще вам рассказать? Не знаю, что еще можно рассказать. В принципе, я все рассказала, что хотела. После университета я встретилась с подругой. Мы поехали в центр до галереи Чижова. Там встретились с третьей подругой. Хотели зайти в новое мультипространство, которое открыто чуть больше года назад. Но ничего нам там не понравилось. Хваленый баланс, или как так? Баланс, короче, по-русски баланс. Вот ничего такого сверхъестественного нет. Мы пошли в любимое Мане. Вот, там действительно что-то есть сверхъестественное. Вот, посидели, подарили Кристине подарок. Ну и, собственно говоря, на этом мой, наверное, первый учебный день можно считать завершенным. Вот. Я еще вам покажу, кстати, тетрадочки, наверное. Вставлю где-нибудь кадры, которые я купила как бы к учебному семестру. А может, это будет отдельное видео. Наверное, это будет отдельное видео. Дай бог, у меня времени хватит вообще жить эту жизнь. И будет это отдельное видео. Хорошо. Вот так вот мы с вами и решаем, что у меня будет отдельное видео, что нет. Я, кстати, подстриглась. Да. Об этом тоже будет видео. Боже. Я погрязла в видео. Я не знаю, они, наверное, в разный период будут ходить. Вообще по хронологии надо их выпустить. Я вообще не знаю, что мне делать. Спасибо, что посмотрели это видео. До встречи в новом видео. Пока-пока.